нас учреждения выделятся. Тут разные цифры получаются. Кто 15 тысяч, это госпиталь инфекционный получит самый большой, потому что там основная трата происходит. Ну, остальных, конечно, будет поменьше. Но суммы, цифры все равно большие. Такая огромная поставка означает, что у нас ухудшается ситуация? Нет, такая огромная поставка означает, что мы беспокоимся о людях, и мы можем обеспечить средства индивидуальной защиты теперь на долгое время, в том числе, если что-то случится в следующем году.